И первый спарринг, и второй по содержанию, они очень хорошие. И я благодарен ребятам за то, что они это делают, и от того, что они весь сбор продержали в таком хорошем качестве. И, в общем, вот концовку реализовали в игре. И в первой, и во второй. Во второй спарринг команда премьер-лиги, и вот для нас очень хорошо это, потому что это быстрая работа с мячом. То есть для нас было это очень важно. И очень важно именно вот эту нашу усталость, которая накопилась, да, переломить, аккумулировать во что-то такое игровое. И я благодарен ребятам, и я благодарен вообще всему штабу, который был на сборах и который работает с командой, и медицинскому штабу, и администраторам, и тренерскому штабу, потому что вот ребята, вот это и есть команда. То есть мы вместе сделали вот через все эти погодные условия, мы вместе сделали определенную работу, она качественная, и она приносит свои плоды. И все сделали ее по максимуму. Молодцы, мы работаем вместе, чтобы стать лучше. Вот, пожалуй, так оно и есть. Это и есть олицетворение вот, проделанной нами работы. Ну, дальше мы возвращаемся в Воронеж, сейчас выходные, возвращаемся в Воронеж, работаем непосредственно там уже, подготовка к игре. Будем совершенствоваться дальше.